Снова всем welcome, это снова я. И вот до Нового года осталось 5 минут. Вот, так вот встречают Новый год японцы. И здесь, значит, у нас это самое, еще 4 минуты. Вот, в общем, таким образом здесь снимают, вот. Видео. Вот, так вот там куча японцев торчит. Что-то, а вот кто-то на кораблях встречает Новый год, кто-то вот катается там на этих самых, как они называются, американских горках. В общем, да. Ну, в принципе, вот нас тут четверо стоит, мы здесь немного не мерзнем, в принципе, есть что выпить, ну. У русских всегда есть что пить, а вот у японцев нет нифига, они вот, как видно, на сухую все стоят, отмечают. В общем, что можно сказать, вот там стоят корабли, вон, они с этими самыми, и вот здесь остановились тоже, да, 3 минуты. В общем, сейчас все будут ждать отсчета, и, ну, как бы тут, типа, отмечать Новый год, дела, встречать. Там вот, кстати, в отеле вот еще, вот отель. И вот там видно, что куча народу торчит в отеле внутри. Там вот тоже карусели тут, разные эти самые, парк. Здесь парк развлечений, американский горк, карусели для детишек, так туда-сюда тусит. Вот. Ну, в принципе, как бы достаточно интересно. Я, если честно, первый раз сюда пришел. До этого я встречал в других местах. Кстати, вот большие корабли вот туда пришли. Тоже. А, ну, это, декай фунэ кимашта, оно, насколько нет. Оно. Ну, в тацу, декай фунэ. Вот, там даже большие теплоходы приплыли сюда, чтобы вот именно встретить Новый год, то есть, как бы, именно вот около Йокогамы, это место, как бы, Йокогама станция, здесь находятся всякие вот парк развлечений и этот памятник кораблю Нихонмару, ну, здесь его не видно, он вот в той стороне там находится, около вот этой вот башни, это Landmark Tower. То есть там внутри это самое, ну, до сих пор куча кафешек разных там, магазинчиков. О, осталась минута. Тут что-то там включили. Итак, вот последняя минута. Сейчас пойдет отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Все, Новый год. Всех с Новым годом. Вот толпа тут стоит. С Новым годом всех. Вот, значит. Но салюта что-то нету. Ханаби найдес. Ханаби найдес. Все, ханаби найдес. А сколько муханаби найдет? А, короче, нету этой самой, как его, салюта нету. Печалька вообще как-то. А вот тут все вышли, он там что-то как фоткает. Видимо. Вот. В принципе, тоже интересно достаточно. Если хотите, приезжайте на Йокогаму в Японии на Новый год. Здесь вот достаточно много народу. Можно своей компанией вот так же встать где-то, или в кафе, или куда-нибудь вот катер арендовать, или в парк аттракционов там. Вот. И спокойненько отметить там вот здесь с видом офигенным. Вот, или вот отели вот там снять номер. Или вот в карусели снять там, это, купить билет там в карусели, встретить Новый год. В принципе, прикольно, что. Да, достаточно интересно. Я бы, блин, как говорится, не пожалел, что приехал. Ну, вот, в принципе, сейчас пойдем куда-нибудь погуляем, отдохнем. Вот, ну, в общем, всех еще раз с праздником, с Новым годом. Счастья, здоровья, успехов, там, всего самого наилучшего. Значит, побольше, то есть, как бы,
денег, хорошую работу, благополучие в личной и семейной жизни. То есть, ну, то есть, чтобы у вас все было замечательно в новом году. А я постараюсь для вас снимать побольше новых видео. Вот, ну все. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.